Итак, привет, уважаемые друзья подписчики, с вами, как всегда, я, Леха Смедлик, и сегодня вместе с вами продолжаем проходить русский хоррор под названием Blackberry. Ребят, кто не видел предыдущую часть, посмотрите, я вчера буквально снял часовой выпуск, довольно-таки это интересно, ребят. Ладно, давайте я же вам загрузить игру, ребята, вы не забывайте ставить свои лайки. Как мы помним, мы пошли, как же ее-то звали, я уже забыл, за Зинаидой, по-моему, как же ее звали? Зина? Не Зина? Я не помню. Не помню, за кем-то мы шли куда-то по лесу, и куда-то мы пришли, ведь сейчас мы должны будем кого-то освободить. Так, все, в плену. Поехали. Или в баре. Я опять забыл? Как? Напомните, ребят. И не забываем лайки свои ставить, потому что загрузка идет, что где-то мутится, лайки крутятся. Как-то незаметно проникнуть в дом, но через главные двери заходить опасно. Да через главные двери вообще по-любому заходить. Здесь еще нифига себе подсветочка есть. Так, ну зайду где-нибудь с другой стороны. Покажу. Василич! Так, а если я просто ходить буду? Здесь ведь все равно никого нету. Так, здесь есть другие двери. Я зайду, наверное, через другие двери и никому не попадусь на глаза. Так, я, наверное, здесь не пройду. Я просто слишком толстенький, хотел подкачаться к лету, но у меня не получилось, к сожалению. Ладно, ладно. В темноте, да не в обиде, как говорится. Хотя так никогда не говорится, ничего. Если я сказал, значит говорится. Так, где мне здесь зайти? Что здесь за болото вообще? Может пойти утопиться сразу? Не, ну чё бы нет? Так, вот, есть другая дверь. Похоже на задний вход. Стоит попробовать. Вообще, по-любому стоит попробовать. Черт возьми, похоже, кто-то проснулся. Ну, как бы, там, меня есть собирались. Люди кушают, так сказать. Братан? Ты ко мне? Ты ко мне или нет? Тебе от меня что-то? У тебя все нормально? Мы с тобой поговорить? Братан, ты успокойся. Ты напился, ты опять боярщика перепил, что ли, или что? Ты что прикопался ко мне, а? Дурной какой-то. Так, ну ладненько. И что я здесь ищу? Что-то где-то я ищу. Что-то где-то я найду. Нереально, а чё за мужик за мной бегал? Чё они здесь все пьяные? Опять все ухи какую-то перепили. Нагнали непонятно какого боярышника. Ты ко мне? Ты завязывай, братан. Ты явно себя как-то чувствуешь так себе. Может быть, он перестанет за мной ходить? Мне кажется, он прям за мной там идет. Так, а что я, собственно, ищу? Может, винишко найду? Так, ну ладно. Вообще не вижу нифига. Так, лестница. А, да? А, то есть, ребят, мне надо было на самом деле сбоку, наверное, зайти сюда в подвал. Но за мной этот бегал и забежал через главный. Короче, ладно, понятно. Так, ладненько. Спасибо, второй голос. Каждый вечер в 7 часов мы играем в покер. Каждый бросить куб готов, чтобы выпал джокер. Ну а если не свезло, ты не огорчайся. Ты, по сути, все равно смерти дожидайся. Из пятерки выйдут трое, двое сдохнут сразу. Эдвард, существо тупое, жрет по моему приказу. Эх, чистошечки, люблю чистошки от Василича. Так, ладно, ладно. Вообще, сломал всю систему. Еще какой-то пьяный за мной там бегал. Что ему вообще надо было от меня? Просто бегает за мной. Вот этого надо бояться. Никаких-то непонятных существ, а вот таких вот пассажиров на улице. Так, ладненько. Че, вино-то свежее, нет? Ну, бокальчик мне, походу, приготовили. Приготовили бокал.
Так, ну и что? Еще записочка. Обряд, ежедневно 6 часов остаюсь ей без мозгов. Ведь жена моя родная, это такая озорная. Приготовит для меня, чтоб цвета была семья. А иначе я схомячу эту дурочку и спрячу. Боже, как же я суров. Ладно, хоть еще здоров. Что это так? Русское народное творчество. Ладно, ладно. Так, проход я... закрыт. Замечательно. Гениально. Да, спасибо, детектив Леха, что вы мне подсказываете. Я тоже обратил на это внимание. Так, и что, может быть, сжечь тогда? Давай просто все сожгем, да и все, что париться. Сейчас пару лопат... А что, трупы горят, готовятся, что ли? Похавать? Ну, мне кажется, вот судя по ногам, я бы такое есть бы не стал. Мне кажется, там протухло давненько все. Подожди, здесь патроны есть. А если есть патроны, значит, где-то есть ружье. Если есть ружье, то, походу, у Васильевича больше жены не будет. Как ее там, тетя Варя? Забыл опять. Память у меня девичья, тут помню, там не помню. Ну да ладненько, прохладненько. Пойду прогуляюсь. Здрасте. Вы, наверное, какой-нибудь сэр, доброе сердце, что-то в этом роде. Так. А что я, собственно, ищу? Что-то я пытаюсь найти. Не знаю, что именно. Ну, залезть-то мне как-то нужно. Вылезти. А может мне просто на улицу вернуться и вообще все нормально будет? Или нет? Так, а эту штуку можно как-нибудь открыть? Не, у меня силенок не хватит. Я вообще хилый. Такие, как я, в древней Спарте просто скидывали со скалы и все, чтобы не заморачиваться. А как реально выйти-то? Щиток не открыть. Блин, ни патрон не взять, ни ружье. Так бы я ружье бы взял, там быстренько бы разобрался. Так, не закрыть, ничего не сделать. Посидеть на костерчик, может, посмотреть. Тоже неплохое занятие, чё бы и нет, так как говорится. Угу. Так, а здесь я, по-моему, уже был. Или не был? Телек есть. Чё там показывают интересненько? Что это такое? Спросите, отвечу. Это когда брюшку жир идет навстречу. Как у Зинаиды, что сейчас со мною. Но под платьем серой от вас ее я скрою. Но зачем все это? Смысл этого набора? Я отвечу просто, ее схомячу скоро. Так, последнюю все... цифру пароля можно и угадать. А, да? Да, я все понял. Так, надо запомнить. Два это третье. Эдвард будет вне себя от радости, когда увидит его. Кого увидит? Какой красавчик. Красавчик. Да, я вообще красава, не говори. Да подожди ты. А этот, пароль-то какой? Он как вишенка на торте из его предыдущих жертв. Так, третья это двоечка была. А чё ж я до этого-то всё не читал? Вот растяпа-то, а? А я куда-нибудь записал это? Обмануть ведьму. Ведьму-то просто не обманешь. Потом намотаешься, дай боже. Может просто меч сдать, да и все, и голова с плеч. Так, третья двойка. А, потом четверка, последняя. Так, мне надо к лестнице вернуться. Я прям помню, возле лестницы находил. Сразу же записка была. Так, 8, потом фиг знает что, 3 и 4. Руки выше, ноги шире. Так, нужно ведьму завести. Ходит он там, что-то разговаривает. Блевотный коктейль. Мне показалось, блевотный коктейль. Иди, иди ко мне. Ты бежишь? Да она такая вообще прям... 8, 3, 4. Да вообще подозрительно, тебя обманули, Зинаиды. Зинаида Михайловна. Так, мне куда? Сюда, по-моему. Очередной кодовый замок.
Помнится, на записке в сарае на обратной стороне была одна из четырех цифр. Нужно перевернуть и проверить все записки в подвале, мимо которых я только что прошел. По-моему, 7 было. Нет. Ё-моё! Что делать-то? Здрасте! В подвал побежали, что-нибудь там давайте стену покрасьте. Что-то я вообще прям этот, мистер, бесшумность. Палево-то навел, дай боже, здесь. Мне кажется, сейчас вся округа сюда прибежит. Так, а здесь нет прохода, да? А нет, есть. Так, и долго эта фигня будет продолжаться? Да ё-моё, отстаньте от меня! Я точно все глянул. Ну да, 8, там 3, 4. А здесь... А, тупик! Так, ладненько, ладненько. Разберемся. Так, однёрку я пробовал. Эдвард будет вне себя от радости, когда увидит его. А, 2! Все, я понял. Ку-ку, Ипта. Ипта! 2 там! Блин, да ё-моё! Все. 8, 7, 2, 4, значит, скорее всего. Давай, беги за мной! Я как твой герой! Я обманул тебя, ведьмочка моя! 8, 7, 2, 4. Значит, очередной кодовый замок. Помнится, на записке в сарае 7, на обратной стороне была одна 2, из четырех 4. Цифр. Ну... Да, точно, я же помню, семерка была. Так, замечательно, пусть в подвале посидит. Зинаида Михайловна, сидите в подвале, там уютненько. Я вам кричу. Так, что у нас здесь? Заперто. Мне кажется, это не медведь, а крыса. Ну ладно, суть не меняет. Можно, говорит, назад к сараю, говорит, сбегать, посмотреть. Такие себе варики. Так. Пистолет и записка. Символично. О, здесь ружье есть, надо ружье брать, стрелять. Так, а что пишут? Простите, я сделал это потому, что больше не мог находить с ними. Они сумасшедшие. А с тех пор, как в доме появилась еще она, все стало еще хуже. Эдвард хотя бы наполовину слепой, с ним было легче. Но она... Она воплощение зла. Постоянно кого-то приносит ему на ужин. Мерзко хохочет и стонет от удовольствия. Они людоеды, самые настоящие. Они еще ответят. Как бы я бы хотел бы его с собой взять, как, ну, как бы в такой вот ситуации, если я в доме с людоедами, хотелось бы взять пистолет с собой. На самом деле, он бы мне пригодился бы, правда. Действительно, не хочу. Чё это? Кто? А кто дверь открыл? Иди сюда, скунс. Почему я скунс-то? Я чё, воняю, по-твоему? Да чмокнуть тебя. Чмокнуть она меня хочет. Нужно осторожно за ней следовать. Ну, допустим, спрятался, ну и... А куда... Пойду, позвоню по телефону и в очередной раз навешаю лапши на уши ментам. Фига ты жесткая. Этот поросенок уж больно сочный. Можно оставить его до моего дня рождения. Она еще какая-то странная. А, вот она дверь открыла. Она вообще все двери открывает. За здрасте прям. Пошла куда-то. Пойду позвоню. Потом кто-то гоняет. Да это пофигу, говорит. Дай чмокнуть тебя. Да не надо меня чмокать-то. Ну, допустим, спрятался. Ну и... Так, она сейчас пойдет звонить.
Мне надо код узнать. Ты через стекла вообще ничего не видишь? А, слепошары? Она ушла куда-то или чё? Блин, совсем забыла. Я же оставила кишки на плите. Надеюсь, не мои, они мне пригодятся. И с моей... Кишки на плите она оставила. А чё я ищу вообще? Там есть кодовый замок, чтоб никто не уволок. Выйти здесь я не могу. Еще Эдвард, наверное, придет. Так не бил который. Так, в любой непонятной ситуации нужно идти как можно выше. Конечно, подвал и чердак — два самых страшных места, я сюда и пришел. Там еще кодовый замок есть. Обалдеть, нифига себе, у них особняк здоровый. Очки чьи-то. Ой, здесь ништяк, где спать можно. Так что, почитать нельзя? Ну, сидел кто-то, телек смотрел. Нормально они здесь поживают. Сборище людоедов, все дела. Так, ну ладно, дальше посмотрю. Здравствуйте. Нормально тут виситься, нет? Так, я что-то круг сделал и вообще ничего не нашел. Наверное, надо подойти к кодовой двери. Жиробас ходячий. Да сама ты жиробас ходячий, я вообще стройный пацан. Ну да, я там где-то не пролез, конечно. Ну, ладно, что, я сейчас себя обманул. Нет, и недолго вообще. Так, это как подушка. Так, напомни, что я здесь ищу. А, ты за мной бежишь, что ли? Давай прощаться. Нужно найти комнату. Ты где, балбес? Нужно найти комнату с телефоном. А, мне позвонить надо, да? Вот что мне надо. Все, я понял. Мне нужно позвонить. Позвонить нужно мне. Пока красотка ищет меня здесь во мгле. Ку-ку, Ипта. Ипта, кукушечки. Сделаю вид, что тебя потеряла. Да? Тебе нравится, да, за мной гонять? Я красивый. Нужно код найти. Так, а у меня какие варики есть? Это что? Это где это? А это что за комната? Может, здесь телефон есть? Ну, он типа такая библиотека. Хотя тишина должна быть в библиотеке. Комнату с телефоном нужно найти. А, ну я типа поднимался здесь. Но здесь много выходов на второй этаж. Как выглядит комната с телефоном? Вы что, не могли побольше телефонов поставить? У вас тут дворец такой, там пока добежишь до трубки. Уже все, сбросит. Может, мобильник где есть? Я не знаю. Попался? Да нифига я не попался. Как попался, так и убежался. Ты что-то прикопалась-то ко мне, а? Мать, отстань от меня. И так боюсь, бегу, сру, чтоб ты подскальзывалась. Так, нужно как-то... Ты где, балбес? Да я не знаю, где. Сам собой словиться не могу. Комната с телефоном. Мне кажется, вот, может быть, вот там она как раз. А это выход. То есть мне нужно просто найти комнату с телефоном, да? Но она явно не на первом этаже.
По логике, она должна быть где-то на втором этаже. Чей не видно нифига, а? По потемкам ходишь здесь? А может вот? Типа камин, все дела. Да вы что, издеваетесь? Комната с телефоном. Как выглядит комната с телефоном? Я точно телефон ищу. Но точно не на чердаке. То есть по логике, комната с телефоном должна находиться на втором этаже, чтобы со всех мест туда успевать. Только здесь на втором этаже и комнаты-то нет. Сюда я выйти не могу. Не пускают. Так бы хоть спрыгнул, шею свернул, и нормально. Но мне кажется, вот где-то здесь. Покои всякие чьи-то. Опять я куда-то выхожу не туда. И туда пройти не могу. Она куда ушла-то вообще? Мать, ты куда ушла? А это я назад к лестнице возвращаюсь. Да вы что, издеваетесь что ли надо мной? Ну явно у них не на чердаке телефон находится. Это пока добежишь, там 10 раз споткнешься. Я что-то просто где-то какой-то... Не библиотека. Здесь библиотека. В библиотеке, ну кто будет в библиотеке ставить телефон? Сидишь, читаешь. Тут звонят, мешают. А тишина должна быть в библиотеке, между прочим. Все-таки, мне кажется, вот здесь где-то должно все это дело быть. Так, вот налево, да, я никуда. Вот здесь это фигня. Вот это место идеально подходит для комнаты с телефоном. Ну, типа спальня, все дела. Звонит, сразу отвечаешь. Она хотела по телефону позвонить. Как же, Лёха, быть? По телефону позвонить. Весь я замок обошел. Нифига я не нашел. Нифига здесь нету, блин. Вот такой вот я кретин. О, по чердаку гуляю я. Вместе мы, наверное, семья. Может, в библиотеке все-таки? Но это как-то странно в библиотеке. Я не знаю. Хожу здесь, что-то сочиняю. Не, ну какой нафиг телефон? Ну серьезно. На чердаке. Чердак это так, сваливать. Пойду вниз схожу в самый еще раз. Она там гуляет как раз. А может быть у нее там реально где-то на первом этаже? Значит, просто тут тусуется. Так. Нашелся. Да, конечно, нашелся. Не, ну это было бы слишком... Где же ты, сучонок? Это было бы как-то слишком просто, мне кажется. Если бы здесь, в гостиной, был просто телефон. То есть он однозначно не здесь, либо мне нужно сюда подобрать код. Но это вряд ли. А телефон-то какой? Обычный, стационарный или сотовый, может? А это что за фигня? Кто здесь? Здрасте! Что, и на покер не останешься? А у нас выигрывают. Ну что, мои дорогушечки? Настало время сыграть в покер на выживание. Правила просты. 3 броска за раунд. Всего 12 раундов. Трое счастливчиков пройдут в следующий тур. А двое отправятся на съедение.
И первый ход за нашим новеньким Ричардом. Меня Лёха вообще-то звать. А чё мне надо сделать-то? Так, покер на костях. Ну хорошо, давай бросим. Так, чё у меня есть? Три однёрки. Три однёрки меня устраивает. А чё? А почему у меня ноль? Так, вот. Три однёрочки у меня. Это выбраны. Подожди, это... Так, по нужным, да, давай бросаю. А кого я делаю-то? А как убрать? А дальше-то что? Смотреть рекорды? Максимум 3 броска, за которого должен собрать 5 кубиков в итоговый набор, из которого... Ну, это понятно. Ну, это... Ну, выпали. Ну, кстати. А здесь, кстати, даже субтитры нельзя отрубить. Так, ладно. А, ну я бросил, все, что надо от меня? А дальше-то что? Это я больно голоден. Готман. А, подожди, тут другие правила. Алекс. Здесь надо, наоборот, больше выпить. Ричард. Я что-то фигово выбросил. Так, ладно, тогда почитаю. За каждую конкретную комбинацию игрок может получить очки только один раз. Каре 4 одинаковых кубика плюс любой. Фулл хаус 3 одинаковых плюс 2. А, то есть 3 однёрки у меня нифига не работало, да? Так, все, ладно. По новой бросаю. Это, конечно, все замечательно. Так, дай-ка мне еще скажи. Так, фулл хаус. Ну, можно попытаться сделать вот так, хотя бы фулл хаус выбить. Так, давай бросить. Отлично. Все. Я все заэтываюсь. Так, подожди. Фулл хаус. Вот. Том Лакер. А, я в прошлый раз не туда тыкнул. Все, я понял. Билл. Я сначала что-то Готман. Не допёр. Готман. Алекс. Ох и Лакер же ты, Алекс. Ох и сукин же ты сын. Так, Ричард. Давай. Я просто тупанул в прошлый раз. Так давай бросить. Вот это вообще, это просто шикардос. Так, давай это все сохраняем. Давай еще раз брось. Давай шестерка, выпади мне. Шестерку, пожалуйста. Так. Что это? Получается, покер называется? Том. Так подожди, Билл. А что за фигня? Готман. Не, у меня каре было, мне надо было каре нажать. Алекс. Я, короче, вообще ничего не понял. Ричард. Я туплю жестко. Вообще у меня сейчас все ништяк было. Что я здесь делаю? 3, 4, 5. Ну давай попробую. Вот так. И может двойка выпадет. А нафиг у меня выпадет. Двойка выпала, отлично. То есть у меня сейчас этот. Длинный стрит у меня. Том. 58 очков. Как-то не хочется Билл. Мне это откидываться. Готман. Так, я надеюсь, я выживаю еще. Алекс. Ричард. Так, все замечательно, я еще живу. Нифига себе, в дом зашел. Тут каждый это, могли так позвать, я бы с вами поиграл бы. Так, давай бросаю. Так, а в принципе все меня в хаус устраивает. Я так и оставлю. Так. Подожди.
Стой! А я убрать не могу уже, да? Почему пишет короткий стрит? А что за фигня? У меня Full House 3 одинаковых плюс 2 одинаковых. Что не так? Full House. Почему я не могу нажать Full House? Что за ботва? В смысле, у меня все четко. 3 одинаковых плюс 2 одинаковых. У меня все совпадает. А у меня здесь нет Full House. А, я все по разу могу это вышибать. Ё-моё! Да я же уже его выбирал. То есть, и что мне делать теперь? Ну, давай я заберу вот 8 очков. Том! Всё. Билл! Обалдеть! Нифига вот себе он. Тут. Алекс. Ричард, снова твоя очередь. Спасибо большое. Ты так добра сегодня ко мне. Так, 1, 2. Так, что мне можно? Что мне можно? А там мне надо было тогда каре выбирать. А я каре тогда не выбрал, и из-за этого я провисел. 2 тройки. Full House, короткий стрит. А может короткий стрит? 2, 3. 1, 2, 3. И выбью на эти. Давай, 1, 2, 3. Давай, брось, мне надо 4. Отлично. 4. Ну все. Да все, мне ничего не надо. Давай, короткий стрит. Том. Все, замечательно. Билл. Готман. Алекс. Ричард. Так, мы долго еще бросать будем? Ну я-то, наверное, выживу здесь. Так, что у меня вообще? Я не выбирал покер. Покер это у нас что идет? Покер 5 одинаковых кубиков. Понятно. Что я могу выбить нормальный покер? Сумма всех кубиков из набора. А, ну в принципе... Ну сейчас это такое себе. Каре. 4 одинаковых я не выбью сейчас. Может постараться. 4 я тоже уже открывал. Так что еще я на них даже поставить не смогу. Угу. Ага. Ага, вон и что. Так, ну давай. Да давай я просто переброшу все. Так, а Full House у меня был. Да пофигу, еще раз брошу. Так. Да не важно. Пофигу, я сейчас поставлю сумму, да и все. 16 очков пусть будет. Том. Все равно, там последние двое только это... Билл. Съедаются. Я пока Готман. Не это. Готман. Алекс. Блин, я вообще что-то близко. Ричард, снова твоя очередь. Да не говори. На блон сумму я, конечно, зря это сделал на 16. Угу. Так. Ну давай двойки пособираем. Такой себе, конечно. Угу, спасибо. Да что я сделал-то опять? Не туда нажал. Ё-моё, а. Давай тройки. Том. Меня ж сожрут сейчас. Билл. Готман. Алекс. Да в самом начале бы не затупил. Так, ну Ричард, ничего. Снова я... твоя очередь. Я пока на очереди на этот. Может просто 6 с пятерками попробовать повыбивать? Или 6? Так, 6. Там бы сразу тогда уж на 6 меня ставит. Так, ладно, не выпали, ну да ладненько.
Так. Давай плюс 12 очков в шестерке. Билл. Готман. Алекс. Я еще по краешку хожу. Ричард. Так. Блин, чё ж я тогда карет не указал? И вообще вот затупил из-за этого, и все. Все пропало, четверки я жал. Давай пятерки попробуй повыбивать. Так, еще пятерочка. Давай еще раз брось. Давай еще пятерку дай. Ничего вообще не дает. Том. Билл. Готман. Алекс. Так, у нас с Алексом наравне. Так, мне еще осталось двойки, либо каре выбивать, либо покер. Ну и замечательно, шестерки повыпадали, ну точно, ага. Может, я смогу 4 шестерки выбить? Угу, выбил. Спасибо. Ну вообще замечательно, когда надо было, ничего не выпадало. У меня ничего нету. Том. Меня сожрут сейчас. Готман. Алекс. Ну замечательно, Ричард. Я теперь на последнем месте. Потому что я тупанул, взял тогда, не нажал каре. А все, я ничего не сделаю. Мне либо покер выбивать, либо этот. У меня даже одинаковых нету сейчас здесь. И ни короткий, ничего не сделать. Меня сейчас сожрут. Вот в идеале-то, да? Ё-моё, а как-то можно перетывать? Да все, короче. Том, твой последний ход. Билл, жги. Готман, подведи черту. Алекс сейчас всех накажет. Ну что, мои дорогие, настало время определить двух проигравших. Напомню, только трое продолжат борьбу за жизнь. И это... Алекс. Том. И... Билл. Остальные остаются на своих местах. Эдвард подойдет персонально к каждому. Так, а чё? А типа сейчас по-новому у меня загрузка будет? Ну, скорее всего, да. Не, все, сейчас я вообще все нормально сделаю. Сейчас все вообще будет прям чики-пуки. Ну что, все замечательно. Дорогуша. Я просто сразу что-то не понял. Настало время сыграть в покер на выживание. Давай, правила давай. Просты. Три броска за раунд. Всего 12. Да я тебя раунд. Понял, я тебя Трое понял. Трое счастливчиков пройдут в следующий тур. А двое отправятся на съедение. И первый ход за нашим новеньким Ричардом. Все, да я понял. Сейчас вообще все по красоте будет. Так, что у меня? Две пятерки? Две пятерки могу оставить. Две четверки. Пытаться либо на фулл хаус, либо перебросить. Еще пятерки выбрать. Давай переброшу. Ну спасибо. Да пусть двойки тогда будут. Ну чтоб такое. Минимальные потери, так сказать. Малой кровью отделаться. Билл. Готман. Алекс.
Ричард. Обалдеть, присел. Покер поиграть. Так. Давай шестерки оставлю и остальное переброшу. Так, три шестерки — это вообще замечательно. Дай мне еще одну шестерку, пожалуйста. Отлично! Отлично! Я больно голоден. Так. Каре. Каре, каре, каре. Либо, в принципе, я могу шестерки сделать. А мне разница, что я так каре выбью, что это. Четыре шестерки, а когда еще их выбью-то? Том. А каре я, может быть, так выбью. Билл. Готман. Алекс. Ричард. Ну и чё мне с этой чепухи собирать? А, подожди. Давай вот так сделаю. Ну вообще замечательно. Ну пусть единицы будет. Том Лакер. Я тут сейчас всю ночь буду сидеть в покер просто играть. А чего у них всё выпадает-то так вообще нормально? Алекс. Ричард. Обалдеть. Я что тут вообще в этих? Так, три пятерки у меня есть. Их я явно оставлю. Что, перебросить? Блин, да куда я опять нажал-то, ё-моё, а? Давай пусть пятерки будут. Чё я вечно делаю ерунду какую-то? Том. Билл. Главное, нельзя отменить никак. Готман. Алекс. У меня там вообще Ричард. Наперёд. Давай, брось. Один, две. Так. Вот это давай оставляем. И ждем. Либо однерку, либо тройку. Да вы че, издеваетесь надо мной, что ли? Замечательно вообще. Все, что мог, про этого. Давай тройку. Том. Билл. Да я их уже не догоню. Алекс. Ричард. Так, три пятерки у меня есть. Может, все-таки у меня каре выпадет? А на пятерке еще и не смогу поэтовать. Дай пятерку, пожалуйста. Ну ладно, фулл хаус хоть. Все, давай вот так закроем. Том. Билл. Готман. Алекс. Значит, что-нибудь да, прям да это, догнать всех. Так, что у меня? Две тройки, две однерки. Фулл хаус мне уже не варик выбивать. Давай я перекину тройку. Вот так оставлю. Так. Ну ладно, давай, пойдет. Короткий стрит. Том. Билл. Готман. Алекс. Так, ну я хоть пока что не последний. Ричард. Так, и на чем мне сейчас молиться вообще? Мне тут выбивать даже нечего. На шестерке не варик. Я их еще здесь даже ничего не смогу выбрать. А подожди, я сейчас вот так сделаю. Фулл хаус. Я их все оставлю. И сумма. Билл.
Готман. Алекс. Да фига, вы чё так выбиваете-то, а? Обалдели, что ли? Мне кровь из носа надо либо длинный стрит, либо каре. А покер это чё у нас? Это, 5 одинаковых. Я их фиг выбью. Так, 2, 3, 4. Ну давай рискну. Давай оставим вот это все и будем просто пятерку ждать. Пятерочку дайте, пожалуйста, пятерочку, вот прям надо. Дай пятерку. Да ё-моё, а. Чё поделаешь? Ну ладно, давай четверки. Том. Так, ну я пока не последний. Билл. Готман. Да он надоел, Готман этот. Алекс. Так, они ничего не выбивают. Ричард. Надо либо длинный стрит, либо каре. Раз, два. Ну это... Я не знаю, что мне делать. Эти я уже все поэтому. Но подожди, у меня тут двое, в принципе, отстают сильно. Так что я еще, в принципе, могу. Ну, я не знаю, надеяться, что мне выпадет еще две пятерки. Угу. Спасибо, выпали. Да нифига не выпало вообще. Не, ну покер-то я вряд ли выбью. Том. Билл. Готман. Алекс. Да какой Алекс опять выбил? Ричард, да вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Давай две однёрки оставлю. Просто, я не знаю, мне просто на каре молиться и все, чтоб однёрки выпали. И нифига мне не выпадает. И все, говорит, добрый вечер, до свидания. Дай две однёрки. Конечно, все что угодно дадут, кроме этого. Просто сижу в покер здесь, играю. Чем мне еще заниматься-то, конечно. Я сейчас опять все слил. Я даже выбрать ничего не могу. И что, вот у меня останется последняя попытка на каре, либо на длинный. Я ж не знаю, чё, на что у меня там будет. Либо то просрал, либо это просрал, грубо говоря. Давай я буду надеяться на каре, это попроще будет. Билл. Готман. Алекс. Да это Ричард, все. Снова твоя очередь. Да, Ричард, все, Ричард сейчас откинется. Так, у Ричарда офигенные шансы есть. Мне надо одну тройку, пожалуйста. Дай мне две тройки, пятерки, дай мне троечку, пожалуйста. Да иди ты нафиг. Опять я... Все. Мне надоело это. Че я вообще сижу уже? Я не знаю, сколько времени в покер играю. Что это такое вообще? Ну все, а че? У меня тут выбирать нечего. Твой последний ход. У них вообще предыдущую игру не везло. А сейчас все. Вот, подведи черту. И опять меня сейчас сожрут. Алекс сейчас всех накажет. Ну что, мои дорогие, настало время определить двух проигравших. Напомню, только трое продолжат борьбу за жизнь. И это... Том... Готман... И... Да это явно не я! Алекс! Мне третий раз сейчас придется все это дело на своих местах. Эдвард подойдет персонально к каждому. Так, все, с третьей попыточки, я уверен, у меня все получится. Я уверен, что с третьей попытки у меня точно все получится. Все будет замечательно. Сейчас все сделаю. Опять он там танцует, натанцовывает. Все замечательно, все роскошно. Что, мои дорогушечки? Настало время сыграть в покер на выживание. Правила просты.
3 броска. Да я понял тебя. Всего 12 раундов. Я надеюсь, этим сейчас фартить так не будет. Трое пройдут в следующий тур. Не, в первый вообще не фартил. А двое отправятся на съедение. Здорово, братан. Эдвард, ты что-то плохо выглядишь. И первый ход за нашим новеньким Ричардом. Давай бросить. Так, что здесь можно сделать? Давай фулл хаус попытаемся. Либо однерка, либо пятерка. Сейчас нифига не выпадет. Дай однерку или пятерку. Отлично. Так, фулл хаус есть. Все, отличное начало. Билл. Готман. Алекс. Ну, Алекс, конечно, Ричард, что-то в этой игре. Очередь. Я смотрю под этого. Так, что у меня? 2 тройки. Что можно сделать? Что реально здесь можно сделать-то попытаться? Короткий стрит попытаться сделать. Типа 1, 2, 3, 4. Давай попытаюсь. Вот так. Давай, либо... Да не, что-то нифига себе я тут это. Так, и чё? А чё я вообще выложил-то? Вообще, зачем я 6-3? Вот, чё я вообще делаю? Да я больно голоден. Что я вообще? Зачем я это сделал? Так, ладно, давай я тогда однёшки закину. И просто сейчас я поставлю, чтобы у меня типа единицы. Давай единицы поставлю. Том. Билл. Лакерс, сука. Готман. Алекс. Ох, и лакер же ты, Алекс. Ох, и суки. Да вы что, издеваетесь, сука, что ли? Ричард. Как я вот был в нормальном месте. Все, сейчас опять все сливаем. Так, 2, 3. 2 пятерки. 1, 2, 3. Все, давай пятерку. Можно 2 пятерки менять с шансом, что у меня выпадет 4. Можно было 5, конечно, оставить, попытаться. Да вы что, издеваетесь? Дайте мне 4, просто дайте 4. Вы такие вообще голуби, а? Давай я поставлю, что это 2. Том. Я сейчас опять чую, солью все. Билл. Готман. Алекс. У Алекса вообще там 102 Ричард. Уже. Ричард. Это мне только вон Тома обгонять. Так, что у меня? 2 четверки. Да мне пофиг, я сейчас буду думать, что я каре сейчас выбью. Либо опять пытаться. 1, давай вот так. 3, выпади, пожалуйста, 3. 3 мне надо. Ты что, вы издеваетесь надо мной? 3 дайте. Это вообще-то какая-то дичь. Хорошо, 4 пусть будет. Том. У него там вообще нормально все выпадает, я смотрю, Тома. Готман. Каре там идет у ребят, Алекс, вообще все подряд. У меня все что угодно, кроме Ричард, того, что мне надо. Ну что у меня здесь? Да пофигу, вот сейчас я буду верить, что мне 3 все-таки выпадет. Че, не выпадет, да? Нафиг она, конечно, не нужна мне. Зачем мне 3? Дай мне 3, пожалуйста. Да ладно, неужели? Длинный стрит я выпил. Том. Хоть поправил Билл. Свое положение. Билл-то вообще набивает за всю Готман. Фигню. Готман. Алекс. Ричард. Давай, брось. Так, давай я буду пытаться из 5 что-нибудь сделать. Либо кара выбить. Так, 3 пятерки есть, как минимум. Это уже неплохо. Дай еще 1 пятерочку, пожалуйста. Не дал. Ну ладно, пусть 5 будет. Том. Да как он меня обгоняет постоянно. Билл. Готман.
Алекс. Ричард. Давай бросить. Подожди. 2. Мне 4, 5, 6 есть. Давай я их оставлю. Мне надо будет просто троечку. Одну троечку дайте. Да вы что, издеваетесь надо мной? Мне на троечке вообще, я смотрю, не везет. Дайте троечку, пожалуйста. Просто троечку. Так, ладно, давай сумма тогда пусть Том. Будет. Том. Билл. Готман. Я каждый раз как на троечку надеюсь, у меня ничего не получается. Так, Ричард. Ладно, у меня есть шанс. Что я могу? Короткий стрит сделать. Каре могу попытаться. Опять у меня. 3. Так. А четверку можно? Так, а у меня 2 пятерки еще. А если каре попытаюсь выбить? Короче, давай я вот так оставлю. Да, нафига я это делаю вообще? Что я вообще сделал? Ну ладно, шестерки, кучета будет. Том. Том, ничего не выбивай, пожалуйста. Билл. Просто ничего не выбивай. Готман. Алекс. На вас мне вообще без разницы. Вот мне раз, выбить что-то нормальное. Тройки. Все. Все ставлю на тройки. Дайте. Все. Все шикарно. Все, у меня каре есть. Наконец-то. Может, вообще покер сейчас выбью. Нет, не выбил. Так, все, эту катку, по крайней мере, я... Так, это всего 18, да, очков? Том. Да он меня опять почти догнал. Готман. Но он меня сейчас опять в самом конце перегонит. Алекс. Он мне надоел уже. У меня остался что, короткий стрит? Снова твоя очередь. 2, 3. Подожди. 2, 3, 4, 5. А все шикарно, у меня короткий стрит есть. Да мне вообще без разницы. Нафиг я это вообще бросаю. Том. Отлично, неужели, Билл. неужели? Готман. Я по крайней мере троих обгоняю. Но он опять меня обогнал, а ты только глянь на него. А чё, у меня только покер и тройки остались пытаться выбить. Буду пытаться троек максимум выбить. Ну вон, еще троечка. Чтоб на Верочку. И еще троечка. Тройки, итого у меня 9. Том. Том, не надо тебе. Не Билл. Надо. Все шикарно. Все. Наконец-то Готман. Я это сделал. Алекс. Ричард, снова твоя очередь. Так подожди. Он меня еще обогнать может. А у меня только покер остался. А как я покер-то не выбью? Давай, 2 шестерки. Да ну, что смеяться-то? Так, 3 шестерки. Да и 2 шестерка мне не даст. Так, молюсь, чтобы этот ничего не выбил. Но он не выбит же сейчас покер. Вот этот Том, чел Том. Твой последний ему надо ход. Покер выбить, чтобы меня опередить. Жги. Готман, подведи черту. Алекс сейчас всех накажет. Ну что, мои дорогие? Настало время определить 2 проигравших. Напомню, только 3 продолжат борьбу за жизнь. И это... Билл. Алекс. И Ричард. Остальные остаются на своих местах. Эдвард подойдет персонально к каждому.
счастливчики продолжат борьбу за свою бесценную жизнь завтра в это же время. Да вы что, издеваетесь, что ли? Мне завтра опять, что ли, играть сидеть? Снова это место. Так, ладно, ребят, я реально, я час сидел, играл в покер. Только с третьей попытки победил. Ты представляешь, вот таки, дай-ка надо зайти это, посмотреть, как Лёх хорроры проходит, и просто наблюдайте, как я сижу час, играю в покер. Тогда давайте на этом прохождение закончим. Ребят, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте жать на колокольчик, конечно же. Завтра, я надеюсь, мы допройдем все до конца, узнаем финал этой всей истории. Странной довольно-таки истории. Но это вообще, это все очень как-то странно. Я думаю, завтра я точно допройду все это дело. По крайней мере, я надеюсь на это. Все, ребят, с вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Всем отличного настроения, всем удачи, всем пока. Если понравился ролик, что вряд ли, подпишитесь на канал, поставьте свой лайк, нажмите на колокольчик. Всем отличной погоды, всем добра, ребят. Давайте, увидимся. С вами, как всегда, был я, Лёха Смертик. Пока всем.